Установа аховы здоровья Могилевская областная дитячая больница занесена на республиканскую дошку гонору. По выниках 2015 года установа стала лепшей по якости, эффективности и доступности медицинских послуг. За открытием хирургичного корпуса и объединением под одним дахом врачов разных профилей, меддопомога стала больше технологичной и специализованной. Нагадаем, появился дитячий травмопункт, який летом принял 18 тысяч пациентов. Наладжено консультационный прием у больницы. На месте можно обследоваться у дитячего врача-офтальмолога и сурдолога. У стационары пролечились больше за 9 тысяч детей. Провели около 5 тысяч операций, многие из них высокотехнологичные, которые до этого выполнялись только у навуковых медицинских центрах.